Дарья Мейерсон с 4 лет в танцах. Начинала с восточных. С возрастом вкусы меняются. Теперь на первом месте современные. Любимый контемп, чувственный и выразительный. Делу посвящает всю себя и даже в свободное время. Тренировки проходят 2 раза в неделю, во вторник и пятницу. Начало в 20:00. Занимаются по часу, бывает и дольше. Занимаюсь я около 4 месяцев. А в коллектив я попала так, что я занималась восточными танцами здесь. Ну и увидела, как девочки танцуют на сцене. Я занимаюсь танцами с детства, и просто когда я пришла, я в это влюбилась, и все. Экспрессион – значит самовыражение. Коллективу ровно год. Хип-хоп, джаз-фанк, контемп – танцуют все. Есть 2 группы – младшая и старшая. В первой – дети от 6 лет, во второй – от 13. По словам руководителя, сейчас нарабатывают базу. На этот год планы наполеоновские. Первый и самый главный пункт – показать себя на белорусском конкурсе «Бизон». К слову, если вам немножко за 30, есть возможность заниматься в студии. 30 лет – это достаточно такой условный возраст. То есть, в принципе, если человек в хорошей физической форме, потому что танцы достаточно сложные, да, то, в принципе, можно и старше 30 приходить. Не только современные танцы. С августа набирают детей и в народные. Крыничка, чабарок. Попробовать свои силы можно до конца сентября. Всего во Дворце искусств 41 клуб. 16 коллективов носят звание заслуженных. Занятия проводятся на платной и бесплатной основах. На платной основе у нас в основном дети в возрасте от 4 до 12 лет. Но также есть еще платное формирование для взрослых. Это зумба фитнес, реал фитнес. На бесплатной основе это все коллективы со званием. Только единственное по возрастным рамкам. То есть дети у нас получается платно. А с 12 лет уже идет основной состав коллективов, он уже идет бесплатный. Во Дворце искусств каждый найдет занятие по душе. Если не танцы, то можно пойти на вокал, в театральные группы. От вас только желание учиться и развиваться. В культурном центре работают настоящие профессионалы. Не упустите шанс. Возможно, именно вы рождены для сцены. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск 360.